положение того, кто подчинился ему, и того, кто противится ему. Аллах Всевышний сказал: «Скажи, о посланник, если являетесь вы такими, что любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи». Сура Аль-Имран, аят 31. И он также сказал: «И не падайте духом, о верующие, и не печальтесь тому, что произошло с вами при горе Ухуд, в то время, как вы будете на высоте. Победите, если вы действительно являетесь верующими». Сура Аль-Имран, аят 139. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Все члены моей общины войдут в рай, кроме тех, кто откажется». Люди спросили: «О посланник Аллаха, а кто откажется?» Он сказал: «Кто будет повиноваться мне, тот войдет в рай, а кто ослушается меня, тот откажется». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И сделана униженность и бесславие для того, кто противится моему велению». Его община. Аллах Всевышний сказал: «Являетесь вы, о община Мухаммада, лучшей из общин, которая выведена для людей, для наставления их на прямой путь. Вы приказываете людям совершать одобряемое, призываете их к вере и совершению праведных деяний, и удерживаете от совершения неодобряемого, неверия и грехов, и веруете в Аллаха». Сура Аль-Имран, аят 110. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, поистине, я надеюсь, что вы составите собой половину тех, кто попадет в рай». Его город. Его городом является Мекка. Аллах Всевышний говорит: «Поистине, первый дом, который был установлен для людей, чтобы они там поклонялись Аллаху, однозначно тот, который находится в Мекке. И является он благословенным и руководством для миров, ориентиром для киблы и местом паломничества. В нем имеются ясные знамения, которые указывают на то, что его строил пророк Ибрахим, место Ибрахима. И тот, кто войдет в него, в запретную мечеть, будет он в безопасности, никто не причинит ему зла. И перед Аллахом лежит обязанность на людях совершить паломничество к дому для тех, кто в состоянии может совершить к нему путь. А кто совершит неверие, то поистине Аллах не нуждается в мирах». Сура Аль-Имран, аят 96-97. И Мекка является запретным для совершения грехов городом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах сделал запретным этот город уже в тот день, когда Он создал небеса и землю. И он является запретным из-за того, что Аллах объявил его таким. И Мекка до судного дня останется городом мусульман, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет переселения после освобождения Мекки».